Здравствуйте, уважаемые любители ножей, зрители нашего видеоканала. Я вам сейчас покажу такие оригинальные ножички. Ну, как сказать, ножички такие интересные, необычные. Да, даже вот мы сейчас совершенно не в моем стиле. История этих ножей следующая. То есть он у нас сейчас проходит как нож сирийский. А почему нож сирийский? Потому что человек, который заказывал, он дал образец, он его привез из Сирии. И потом мы сделали, а выкупить он не смог, он опять уехал в командировку. Куда, не знаю. Ну, куда-то, видимо, вот так же в горячей точке. Вот. Но сама идея, я что про эти ножи могу сказать? Ну, вот это не мое. Я такой нож бы не купил. Но ему нужно было именно вот... Вот именно такой, вот он именно с таким ножом там где-то, я так понял, он там то ли в спецназе был в Сирии, то ли еще где-то, он ему очень зашел. И причем, что удивительно, вот рукоять все один в один, рукоять вот она, я не скажу, что она мне очень удобно в руку ложится, да? Я всегда, если вы давно смотрите меня, я все время говорю, как есть. Я вот сейчас пытаюсь... Хват какой-то. Ну вот, единственный хват, который колющий, это финский. Под него пойдет с фиксацией вот за этот. А если просто резать, ну вот, вот как-то так. Вот на три пальца. Еще раз говорю, не мой стиль абсолютно. Но если человек заказывал, ну, видимо... Может быть, он ему как память, может быть, с чем-то связаны у него воспоминания, может быть, он ему для чего-то удобен. А так, ну, оригинальный нож, ни у кого нет, с историей. Ну и действительно, форма-то, как вы видите, это форма восточная. Это форма вот этих вот... всевозможных, да, там сирийских, турецких ножей. Ну, здесь стабилизированная карельская береза, здесь пины, не знаю, насколько их видно, вот я им поиграю, такие фигурные, симпатичные, он цельнометаллический. Ну, кстати, он полетит. Он, как я по весу чувствую, он будет неплохо втыкаться. Вот. То есть мы их для какой-то аудитории все равно будем делать. То есть они у нас будут выставлены. Если захотите заказать, пожалуйста, заказывайте. Либо можете вот эти приобрести. Они есть у нас ВКонтакте, в интернет-магазине. Ну и вполне возможно, что появится на новом сайте. Ну вот я сейчас вот хват. Особо практической точки зрения не вижу. Да, оригинально, да, симпатично. Для людей, кто любит что-то такое экзотическое. Вот. Может, под детскую руку, под женскую руку. Вот неплохая фиксация. Опять же, фиксация, видите, на три пальца. Причем ведь рукоять-то была сделана вот именно такой. То есть мы же ее копировали с оригинала. Может быть, это какая-то ритуальная тема. Ну вот, вот в принципе, вот хват.
фиксации за этот, ну да, вот, вот он как-то ну, в общем, так я скажу. Больше для это, больше для коллекции и для любителей экзотики. Я их на всякий случай показал, но вы, чтобы вам, ну, как бы не показалось, я их ни в коем случае не рекламирую, не говорю, что мне это нравится. Это совершенно не мой стиль, не мой типаж. И... Ну, например, наш берсерк, он мне тоже не нравится, но продали мы его... тысячи штук, понятно, благодаря там Бет Вадиму, который показал, как им пользоваться. Но это прямо был такой нож, мне у тебя бесплатно даже не надо, его же покупали, вот, может быть, кто-то и захочет вот такую игрушку в сирийском стиле. Всего доброго, до свидания.